Все, и галантно, деликатно общаемся против общества. Тайландс. Hey, Rossetti. Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah. How many more errands am I gonna have to run? Bike очень круто. I'm a very busy man. If it's a fight that's gonna settle, just bring it out. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right. It didn't work out. Yeah, right. But this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right. I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly business. Which is why I'm gonna ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. Alright. Что-то про доставку? Что-то про семьи какие-то. Базар. Принципальный шкал, ты будешь слушать звук, продолжай там ждуки. Какой? Что надо сделать-то? Нас барыжит. Ну, это так посчитали, типа там сверху, понимаешь? Хаос, в смысле хаос? Имеется в виду, чё? Мотик разогнать ему, что ли, надо, или чё? Я не понял. Не понимаю я ничего. Чё ему надо? Разогнать, что ли, быстро байк? Что там мотор разорвался к херам? Почему ты не видишь чат Твича? Может, ты просто заблокировал редстрим бота и все? Нам нахуй. Я не дал заполнить шкалу вовремя. В смысле? В смысле? Там время какое-то было определенное. А что надо было сделать-то? Ем дошик, пью кофе. Приятного аппетита. Как его разблокать? F5 перезагрузить, и там вроде чат должен выйти тебе. Чат вроде должен, ну, кого ты банил, должно выйти там написать. Вот такого-то человека ты там сблокировал, к примеру. Не как модератор, а сам. Или у тебя баг какой-то. Или попробуй, где у тебя чат, интересные сообщения у тебя сверху написано, ты выбери чат режим. У тебя там, где чат, сверху чата написано интересное сообщение и просто чат. Так что надо было сделать? А вы украинцы, что ли? Я нет. Я с России. Гражданин Российской Федерации, получается. Спасибо. Пожалуйста. Здесь в чате, наверное, все. Ну да, все с России. Маппер же тоже. Все дружелюбные ребята, так сказать. Ничего не продаем. Незаконное осуждаем и не одобряем. Так, давайте скипаем. У меня тоже с компа иногда не видны сообщения с Твича. КЗ, у меня все видно. Чем еще время, чтобы показать всем свой нрав. А, может, надо машины просто? Respond to attempts before
Я не понимаю, честно, что от меня хотят. Я нихуя не пойму. Вы тоже это видите? И как эту игру дерьмом не назвать, парни? Ответьте мне на вопрос. Блять, как эту игру дерьмом не назвать? Это дерьмо, самое худшее дерьмо из всех дерьмо. Не, я не понимаю, честно, эту игру. Глупенькая игра немного. Конченная максимально. Она была, да, с багами, но, блядь, не с такими же. Глупенькими. Так. Уже как 3 месяца. А, в России-то? Как буду на новом компе играть? Ты бы какую скачал, если бы ты знал, что у тебя самый мощный? Что, какую игру? У меня одна прекрасная игра есть, называется CSGO. Все, мне больше ничего не надо. Нужен только мощный компьютер на данный момент, и все. Давить людей надо. Не, я что-то плюс-минус уже понял, что надо тут сделать. Стрелять, давить людей. Да блин, даже я уже допер, просто стреляю и крушу все подряд. Ха-ха, да это-то я уже понял. Я еще понял еще тогда. Просто зашел лолик, и я начал рассуждать над его этими вопросами. На его ответы. Начал думать, что это вообще за человек. То, что людей-то давить надо и стрелять, это понятно. Там же написано было. Когда во второй раз начинал. Гриппом заболел. Гриппом заболел. Этот, как его там? Continue тоже что-то болеет сейчас. Выздоравливайте, что тогда? Не, что-то конченая миссия, возвращайся. Когда байкеров завершишь? Бля, пизм вроде. Ебучие байкеры. Почему на байкерах карта туз? Это же не банда из Бэтмена. Кто, кстати, знает про банду из Бэтмена, карты. Про карты. Тот красавчик. Респект, реально. Как у них банда называется? Royal Flash? Не помню. Поехали. А как, кстати, вот насчет этой темы? Смотрите, а вот я давлю людей, да? А смысл? Ничего же не происходит. Не прибавляется ничего. Или это надо звезду получить и потом давить только? Вот непонятно иногда. Ты человека даешь на этом моцике, а... Не прибавляется ничего. При заполнении шкалы ты будешь слышать звук. Ну да, типа. Вот я когда начинаю стрелять... Бля, я не понимаю, честно. Вот вообще нихуя. А как миссии выполнять, если тебя какой-то дебил, блядь, из жопы достает, сука, эти, блядь, гвозди конченые, как это хрень называется? И, блядь, вообще. Не, все, я, мне кажется, это последний стрим будет, блядь, такая тупая игра, господи, блядь. Просто уебищная. Просто гениально, блядь. Чел из жопы, сука. И на каждом шагу чел такой стоит и, блядь, в любом случае попадет тебе этим гвоздями конченными. Блядь, в пизду. Конченая игра. Дошик вкусный. Чё за вкус?
Удали нахуй эту игру. Не зря говорят, GTA San лучше. Да, блядь, это факт. Смысл слушать мнение, если это факт, что GTA San Andreas лучшая в мире. А Vice City дерьмо. Стандарт курица. Нормально. Приятного аппетита еще раз. А мне кофе захотелось. Против общества, блядь. Какой смысл этого задания? Не пойму я. Какой смысл задания, кто-то знает? Зачем людей давить? Для чего? Хуй пойми вообще. Нахуя людей давить, блядь? Привлечь внимание какое-то. Respond to a 10-21 east downtown. Respond to a 10-21 east downtown. А есть такие люди, которые эту миссию проходили? А это вообще возможно, даже если без звезд? Если без звезд даже пытаться выполнять это задание, тоже это хуйня полная будет. Еще пюрешка. Ой, пюрешка. Давно пюре не ел. Загрузка игры. Все, если не загрузка, я нахуй удаляю ее. Если она не загружена, я удаляю прямо сейчас на стриме. И я не буду проходить хуйню эту ебаную. Я в рот ее ебал, блин. И просто, когда буду выпускать прохождение Vice City, напишу конец. Вот, вот этой записи. Я ебал в рот. Я не буду это играть. Нахуй мне это просто терпеть, блядь. Игра дерьмо ебаная просто, блядь. Кирилл, здорово. Здорово, Алексей. Просто дерьмо ебучее просто. Тебе надо машин типа еще перегонять. Кого? Надо машин типа еще перегонять. На машине попробуй. Че, блядь? Да смысла нахуй не будет никакого. На машине, на мотике. Там же на мотике вроде надо было гонять. Там же мотик вроде сначала поставили. И все, я ебал в рот, короче, нахуй. Игра, блядь, дерьмо ебучее просто.